Всем привет! С вами, как всегда, Викинг. И у нас сегодня на обзоре игра «Полная труба. Приключения дяди». Игра у нас старенькая, ей лет 5, но в этом году было у нее обновление. Вот, игра квестовая, очень занимательная. Я думаю, будет очень интересно, и возможно, мы все ее пробежим. Так. У нас идет что? Режим обучения. Да? Так. Суть игры в том, что какой-то дядюшка, какой-то непонятный персонаж, вот этот в виде попы бультерьера, проспал свой ботинок. То есть, пока он спал, у него ботинок угнали. И он пошел искать его в трубу. Так, и вот паучок у нас тут проводит так обучающий курс молодого бойца. Так, и вот он говорит: ботинок в другой комнате. Чтобы в нее попасть, нажми на стрелку. Пошли. Где-то здесь должен быть ботинок. Постарайся его найти. Ну, ботинок я вижу. А вот это сопляжуй какой-то непонятный тут. Сидит, облизывается. Так, берем ботинок. Музычка не очень веселая здесь. Как-то вот не хватает веселой атмосферы. Так, в инвентаре. Хорошо. Погнали наверх. Звук хороший, но, я говорю, музычка, да, не очень веселая здесь. Опа, ничего себе. О, вызвал шарик, красавчик. Так, смотрим на карту. О, здесь у нас карта локации есть. Отлично. Так, отдай яйцо яйцеглоту. А, так это яйцеглот. А я думал, козявка жуй какой-то. Подержи. Теперь ты готов к путешествию по трубам. И много интересного. Отлично. Так, тяжело в учении, легко в бою. Погнали. Так, что мы здесь делаем? Вижу, шарик какой-то торчит. Так, шарик забираем. Хорошо. А, яблоко. Отлично. Понятно, так. Что у нас дальше? А это что такое? Сидит ботаник, так, рычажок. Опа. Жук, ты что делаешь-то? Так, что мы можем что-то сделать? Взять мы ничего не можем. Так, наверное, не можем. А мы можем яблоко дать? Ну-ка. Не, яблоко не хочет он. Ладно. Черт, с тобой очкарик не придумал. Так, а что ты мне качели показываешь, что что-то у нас качелями? Качелями, с качелями. Что-то мне надо. Так, вот это что у нас? Так, что-то я взял, доминошку взял. А еще что там? Все? Может, ничего не берешь? Так, пошли тогда дальше. Так, о, сундук показывает. Хорошо, подсказки есть, значит, все будет хорошо. А, так, а что он мне? Монету предлагает. Он мне предлагает монету. Ладно, хорошо, разбегаем. Что там у нас? А что тут, тугоду сидит?
ящик, нам надо что-то этому крендель отдать, да? Там... Жопошнику очкастому вот этому. Так, что можем попробовать? Доминошку ему дать. Не берет. Ящик. Опа. Обмен. О, нормально. Вот четко вообще. Так. А, ко мне туда и не надо, что ли, тогда получается. Просто жопочник мне очки дает. Хорошо. Пойдем дальше. Так. Здесь я ничего не вижу. Так, что тут надо? Так, этот ящик я не могу взять. Продолжаем. Так. А это только шары жует, да? Очки возьмет? Нет. Так, доминошку. Нет, а яблоко? Нет. Вкладышки. Так, о, так, все. А, я же был у меня туда, бурдука. Так, тебе что дать? Пиноккио. Так. Есть контакт. Опа. Отлично. Так, еще что тебе дать? Доминошку возьмешь? Доминошку не хочет. Очки. Очки берет. Ты красавчик просто. Опа. Шарисрач. Или как тебя назвать? Как я с шариками тут? Так, теперь шарики. Этому барбоса даем, да? Он же у нас яйцеглот какой-то тут. Еще одну хочешь? А, на, жри. Не подавись, смотри. Молодец. Так, он мне монетку дал. Блокнот поможет выяснить дальше. Давай посмотрим блокнот. Так, так, так. А, у меня подсказки есть. Найти яблоко. Тут можно посмотреть все полученные задачи. Ну, так. А, блокнот, блокнот. Блокнот, блокнот. Чем же? Подсказка, чтобы увидеть ее, смотрю, пальцем стереть, ага. Так, потерянный ботинок, найти доминоху, найти яблоко, забрать очки от мороженого, забрать весовую монету, отлично. Здесь бан, а, так, козявки. Так, ну пойдем посмотрим, так. Козявки. Козявки. Так, приветы можно не только давать жителям труб, но и перетаскивать на разные механизмы. Мне вот это, там копилочка в углу, непонятно. Опа! О, точно. Вот куда монетка. Отлично. Так. Поиграем, лезть на лестницу. Полезли. И? Опа! Вот что! Вот что надо! Ха-ха-ха-ха! Козявки! Йо-хо! Нифига, у меня еще лодка так не ходит. Музычка такая под стать. Так, что? Ага. И? А, мне вниз надо. Отлично. Кто стяпнул тапочки? Сейчас разберемся, кто стяпнул тапочки. Что там? Давай поиграем, хватай мяч. Так, интересно. Так, оттяни дядю пальцем, чтобы замахнуться с нужной силой, отпусти, чтобы бросить мяч. Интересно. Давай в лобишника его зарубим. И на! Не получилось. И... Отлично.
Едь. Дима. Слышь, хорош скакать-то, кенгуру. Так, а это что за яйцеголовый идет такой? Есть контакт. Так, опять шаров надо, да? Как я вижу. Так. Опа, отлично. Так. Ну, играю. Я скажу, очень занимательно. Вроде такая ерунда. Да, такое затягивает. Так, так я аж 4 кинул, не 5 же. А мне что за это будет? А мне что, ничего за это не будет? А мне награду-то. Алло, я награду хочу. Так, здесь что у нас? Господи, кто это фантазирует, а? Кто это фантазирует? Как такое можно придумать? А это что? Это что, в углу сидит, муку мелит, а сверху это плюется у него? Ай, кранты. Так, тут что у нас? Здесь какой-то большеглот непонятный. Так. Ящик. Отлично. Сопрем. Ложку не взять, этот барсук всё. А, что-то он наверх показывает. Давай. Он еще и серит, ничего себе. Он слышно, не? Он серит, сидит. Так, надо с этим щеком, да, что-то мне сделать. А что с ним сделать, я не знаю. Так, давайте блокнот посмотрим. А то это обсерил все тут. Так, а подсказок у меня определенное количество, у меня вам 4 показано. Так, пока не будем. Так, ладно, пойдем дальше. Так, с этими тут непонятно, что все. Так, а если этому ящик не, доминошка не. Так. Ему надо помочь закрыть, я так понимаю. Значит, что-то ему тупому ждунчику надо. Опа! А что произошло? О, чё? Ё-моё! Так. А чем теперь ему помочь? Плюсы и минусы, непонятно. Так. Сделаем минус, что будет. Все равно открываем. Слушайте, я не понимаю, что это за дурдом. Так, ладно, пойдем дальше. Так, этот спит. Так, у меня здесь что такое? Ладно, пока не знаю. Так, вот тут мне что-то моргало. А вот. Что сделает?
делает, да? Так, можешь отковырять. Нет, так, немножко. Нет. Ладно. Так, не, не будем, мы проиграли. Смысл. Стопы, там рычаг нарисован. Рычаг нарисован. Так, так, так. Он, вижу, по центру. Ну, давай, давай, упрыгивай, упрыгивай. Что, он уже отпрыгнуть должен? Что? Вот у меня рычаг светится. Или это на зеленом светится? Так, интересно. Мне его от дырки надо тащить, что ли? Надо, чтобы он подальше отошел, что ли? Что? Так, 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 так. Что произойдет? Так, 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 вон открылось. Вот оно, вот оно. Вот в чем фишка-то вся. Так. Давай, рычагом. Значит, не просто эта игра была. Так, теперь у меня вот тут крутить, да, получается. Кто-то спит, ест ложка там. А? Ага. Так. Вот, все стрелки он перемещает, получается. Так, так, так. У нас первое было что там, сейчас посмотрим. Так, пойдем посмотрим, что у нас случилось там. Что там, руки жмут друг другу. Так, с этим, что у нас тут? Так, они подружились, да? Ничего. Ладно. С вами. Так. Здесь получается. А ты что хочешь-то? Телепузик. Вот у него получается тут, да, руки жмут. А надо что? Так, что надо сделать? Так, а тут это пропустить, что такое? Анимацию новую. Так, 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 так. Давай крутанем еще раз. Пойдем посмотрим. Ну, бля, он опять срет еще. Так, подожди, стой, дай подумать. Так, это опять не то, да? А что ты хочешь-то? Ну? А что ты хочешь, что ты хочешь? Так.
Картера прям сейчас попробую. Так, давай попробуем что? Спать типа его уложить. Так, да? Да, пойдем к этому. Вот, может быстро прям сейчас, отлично. Так, давай поиграем. Прыгай на батут. Вот что. Юху! Вот что. Так, нажимай на кнопку, нажимай, чтобы дядя подпрыгивал все выше и выше. Отлично. Что-то дядя в юбке, что ли, там уже? Так, каждая дыра – это нора. Зашибись. Запомнить, каждая дыра – это нора. Так, давайте карту посмотрим, где мы находимся. Мы можем влево, можем вправо, да? Хорошо, так. Но мы никуда не пойдем. Осмотримся здесь, что у нас. Так. Так быстро все прошел. Так, вот на стенках у нас подсказки, я так понимаю. Залезть можем все? Нет. Пингвин не дает, да? Так. Что-то он так мило все пробегает. А вот хвостик у нас. Дергай за хвосты в нужный момент, чтобы шарик долетел до глотателя целым. Так. Ну давай. Хорошо. Посмотрим, как они. Ай, мимо. Есть один. Отлично. Есть контакт, отлично. Так. Все судорожно висели. Я угораю от этой игры. Так, ты что? Горшок стырил. Красавчик. Вот это, я понимаю, наш чувак. Уйти черт знает куда, чтобы стрелить горшок. Так, вот в углу стоит так. Блять, ничего не дает. Ой, господи, это что за... Так. Что-то моргает у него. Это мое, да? Ты че? Да мое, я тебе говорю, да. Вообще спрятал. А, жвачка, это он жвачку жует. Давай горшок вам дать. Берет, а доминошку? Не берет. Так, что мы можем туда еще? Ладно, пойдем мимо тогда. Не дает он нам бублигум.
Ох, господи, это еще подсвечник какой-то. Так, ботинки мои, не мои. Так. А сюда можем забраться? Нет, не можем. А вот, наверное, бублигум и нужно, чтобы сюда добраться. Ясно. Входим. Так. Входим, уходим, уходим. Подсказки пока тратить не будем. Так. Этот жмот сидит, жует нам в одно лицо. Вот и доминошка куда пригодилась. Так, а по картам у нас... Ёх ты, ё-моё, нифига тут локация-то. Как я соток перелетел-то? Это вниз, с этого вниз и самый вниз. Жесть. Так, ладно. Давай доминошка им дадим. Опа, рыба! Не рыба, молоток. А чё не забираешь молоток? О, молодец. Так, ещё что у них может стынь? Это что, походу, слесаря бухают тут? Так, сейчас по углам пошкиримся, может что ещё подобрать. Вроде ничего нельзя. Бутылку они что-то, да, показывают? Так. Бутылку, а если кувшин вам дать? Кувшин возьмите, не? Кувшин не берете. А молоток обратно. Но мне явно кувшин нужен. Так, это лифт, с помощью него можем быстро добраться до другого этажа. Вот как, да? Давай, на первый. Ну вот, уже хорошо, уже лифт, значит. Так, это первый у нас, первый это верхний у нас получается, а это был сейчас какой-то самый нижний. Так, о, вернуться в игру, а что у меня выключилось? Так, дай-ка молоток попробуем поменять. Да хорош ты жмотничать-то, а? Ну, это обратно никак, да? Обратно никак. Так, что у нас еще есть? Али, зачем? Я же могу по карте так бегать. Так, слева наверху там вроде... Не, сейчас справа, а что у меня? Молотоки. Так, а куда мне податься-то? Куда же мне податься с этим молотком и кувшином? И с горшком. Так. А так могу? О, я же могу прямо так сейчас. Легко вообще. Так, здесь у нас ничего. Ничего никуда не еще всунуть. Так, здесь... Так, это мы можем что-то сделать, дать? Так, давайте подсказку возьмем. Так, что делать? Прогнать качеленью. Качеленью с качели. Опустошить тайник заглотателем. Ага. Прогнать качелена с качели. Качелена с качели. Качелена с качели, это у нас... А вот это. А как его прогнать? Давай. Молотком его стукнуть. Никак, да? Кувшином так тоже никак ничего не сделать. Кхм.
этому ничего не дать, этому ничего не дать. Так, хорошо, как его прогнать? Вот там что-то было. Подсказок. Давайте возьмем подсказку. Так, у меня 4 осталось. Кочелена освободить. Качели ради пары ботинок. Кочеления. Освободить качели ради пары ботинок. Ну, хорошо, вот они ботинки. Но... Мне что с ними сделать-то? Я не понимаю. Спасите мою душу. Что-то надо это. Опа! Вот что надо было как отжать-то. Вот сиди теперь, думай, жмот. Вот. Может этому жвачке что-то челину надо дать. Вот. Так. Блин, не берет. Хорошо. А ты возьмешь? Нет. Тоже не берет. Посмотрим, что с этим. Так, ну с этим мы так разобрались уже. Горшок я забрал. Так. Этого, может, барбос что-то. Кошеглоту дать надо. О, ладно. Так, ты подсказку прилетел, давай подключай. Нет? Так. А не спит ли он со всеми этими барбосами? Может быть, кстати. Если он со всеми этими спит, тогда мне нужно вернуть пожарную. Вот. Так, давайте крутанем на завтрак. Посмотрим, что произойдет. Так. Этот проснулся. Этот молодец. А теперь этот. Я это все равно спит. Хорошо. Давайте по порядку. Что это у нас? С этим я не помню, что у нас он. Жвачку не хочет. Молоток не хочет. Горшок не хочет. Так. Здесь у нас вроде. А от яйцеглот он тоже ничего не хочет. Так, с банкой тут понятно. Этот тоже сопряжуйник. А кстати, может этот отойдет отсюда? Я-то наверх подниму. Ну слушай, ну ты вообще, не знаю. А вот ты реально тебе молотком по башке-то на. Не, не дает. Так, хорошо. Бублигум, да. Нет, да? Бублигума не хочет. Хорошо. Так, шары кидать кидал. Но у меня только так, здесь вариант остался какой-то.
здесь что-то сделать. Вот эти плюсы-минусы я не понимаю. Так. Так, так, так. Жвачка не берет, не бьет, ничего не делает. Так, горшок. Тоже ни туда, ни сюда, никак. Все, берем подсказку, я другого варианта не знаю. Второй ботинок могли спрятать или даже замуровать в стену. Так, значит, он где-то замурован тогда. Так, этот у нас... Так у него он два ботинка, чё? Так, молоток, молоток. Может, молотком надо будет разбить стену где-то. Так, реально тогда. Так, вот там еще молоток у нас. Так, здесь у нас ломать вроде ничего нечего. А еще, да, жвачку? Ну ты хоть не пердишь, ладно, чавкина. Тихо, тихо, убери руки, я сам быстро возьму и все. Так, давайте здесь стены посмотрим тогда. Идем вот так, а тут у нас вниз. А, вниз у нас вот есть выход. Ага. Ага. Вот у меня стены тут сверкают. Это... Молоточком. Опа! Вот она! Вот ботинок. Отлично. Так. Лайк, комментарий и подписочку, чтобы не пропустить ничего интересного. Всем спасибо, всем пока.